пенсионной системой надо что-то делать? Надо. Но это история не на один день, это история на 20 лет, условно говоря, а то и на 40 лет. То есть можно там чуть-чуть затормозить индексацию, получить за это чуть-чуть побольше денег, направить эти деньги на стимулирование добровольного позднего выхода на пенсию. Потом, когда будем повышать пенсионный возраст, тоже направить в основном деньги на тоже повышение пенсии тем и на снижение страховых взносов, чтобы, соответственно, предприниматели больше, ну, меньше уклонялись, больше платили. И так далее. Но это очень длинная история, то есть это не чудеса, это не развернет вот ситуацию, это просто покажет нашу волю к тому, что мы готовы к изменениям. Но это вот, вот все показатели макроэкономические от этого молниеносно не изменятся. Это не значит, что вот мы это все примем, и после этого у нас все сбалансируется, потому что эти обязательства, которые мы приняли на себя, они действительно носят долгосрочный характер. С пенсионной системой надо что-то делать? Надо. Но это история не на один день, это история на 20 лет, условно говоря, а то и на 40 лет. То есть можно там чуть-чуть затормозить индексацию, получить за это чуть-чуть побольше денег, направить эти деньги на стимулирование добровольного позднего выхода на пенсию, потом, когда будем повышать пенсионный возраст, тоже направить в основном деньги на тоже повышение пенсии тем и на снижение страховых взносов, чтобы, соответственно, предприниматели больше, ну, меньше уклонялись, больше платили и так далее. Но это очень длинная история, то есть это не чудеса, это не развернет вот ситуацию, это просто покажет нашу волю к тому, что мы готовы к изменениям. Но это вот, вот все показатели макроэкономические от этого молниеносно не изменятся. Это не значит, что вот мы это все примем, и после этого у нас все сбалансируется, потому что эти обязательства, которые мы приняли на себя, они действительно носят долгосрочный характер. Поэтому вот мне кажется, что надо делать и то, и другое. То есть сделать какие-то вот знаковые вещи, которые показывают, что ситуация в стране что мы прошли какую-то поворотную точку, и мы движемся в другом направлении. А с другой стороны, начать очень кропотливую работу по пересмотру всех этих обязательств, повышению общей эффективности системы. Будет ли это сделано? Скорее нет.